Добро пожаловать в новый видеоурок. С вами, как всегда, Александр Владимиров, школа Logic Pro Help. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы смотреть полезные видеоуроки. Мы разберем с вами, что такое проходящие ноты. Они называются по-разному, каждый может по-разному их называть. Я называю их в основном проходящие ноты. Но как бы то ни было, эта техника, она очень простая, но она позволяет очень круто, классно разнообразить ваши аккордовые прогрессии, которые очень часто используются во многих электронных треках. Давайте прослушаем вот такую вот прогрессию аккордов, которая состоит всего по факту из трех аккордов. Вот он первый, второй и третий. Все, супер элементарно. Здесь у нас обычное пианино, это сэмплер, пресет гранд пиано и вообще без всякой обработки. Давайте послушаем. Согласитесь, уже звучит круто, весьма неплохо. А если добавить обработки, лейеринг сделать, в общем, все будет вообще шикарно. Но что мы можем сделать? Давайте посмотрим, как выглядит второй вариант. Пока просто посмотрим, что поменялось. Как говорится, найдите 5 отличий. Поменялось следующее. У нас между нашими аккордами образовались еще какие-то дополнительные нотки. Вот здесь вот. Три ноты. По факту это те же самые ноты, которые просто уехали выше. Эти сюда, а это сюда. Элементарно, не так ли? Дальше, вот здесь вот у нас добавилось при переходе от второго аккорда к третьему, образовалась еще одна нотка. Вообще, такое ощущение, как будто ее сюда случайно добавили, просто мимо ткнули. И также у нас еще здесь одна нота уехала выше, то есть когда от третьего аккорда у нас все это переходит к первому. Доступ ко всем курсам школы Logic Pro Help всего за 990 рублей в месяц. Да, это реально. На нашем Boosty вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по Logic Pro и о работе со звуком, а самое главное — получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных. Для тех, кто не знает, Boosty — это сервис ежемесячной подписки, благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам в зависимости от выбранного пакета. Просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц. Сейчас я покажу, как оформить подписку. Выбираем интересующий нас пакет, нажимаем кнопку «Купить», попадаем на нашу страницу Boosty и там нажимаем «Подписаться». Далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть, после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем «Купить». После этого вводим данные карты и готово. Можно переходить к обучению в ту же минуту. И помните, что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться. Получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене. И теперь обратите внимание, как это все будет звучать теперь с вот этими проходящими нотами. Гораздо интереснее первый вариант. Второй вариант. Это мелочь, но это очень круто работает. В чем смысл проходящих вот этих вот нот и как они делаются? Во-первых, мы всегда, ну практически всегда, как-то меняем именно верхние ноты. И также они не зря называются вот этими проходящими или переходящими. В общем, они такие переходы от одного аккорда к другому. И это очень прикольно работает. Трюк супер простой, но он прям позволяет сделать аккордовую прогрессию гораздо более интересной. И даже если у вас нет какого-то ритмического рисунка, ну, например, у вас просто длинные вот такие вот аккорды, да, как это нередко бывает. Согласитесь? Достаточно прикольно звучит, даже если у нас нет ритмического рисунка, как здесь, а ноты, ну, например, для пэдов или для каких-то клавишных и так далее. Ну что ж, на этом все. С вами был Александр Владимиров, школа Logic Pro Help. Применяйте это на практике и желаю вам классных мелодий.